Стоимость. Эпиграф. Исторический переворот. Неприлично не сексуальное, а сентиментальное. Ролан Барт. Ты больше не хочешь читать мои стихи? Твоя душа устала быть живой, чувствительной и реагирующей? Ты устала испытывать нервную дрожь перед тем, как открыть и прочитать? Ведь там черный ящик, никогда не знаешь, что оттуда выскочит. Или кто сидит там? Сунешь руку, а вдруг... Ты знаешь, я сама часто не знаю, что там и кто выпрыгнет в следующий момент. Быть живым и без кожи — это опасное путешествие. Какие-то потусторонние индейцы сняли сначала скальп, а потом всю кожу с меня. Хорошо, что не убили. Кожа потихоньку нарастает. Новая и свежая, как майская трава, а красная мышца качает и качает у всех на виду. Как это непристойно. Непристойность.